сирийском Дамаске открылась международная ярмарка, на которой свой инвестиционный потенциал представит Южная Осетия. Об этом журналистам сообщил президент Торгово-промышленной палаты республики Алан Алборов. Всего в работе ярмарки будут участвовать несколько десятков стран. Южная Осетия такого права удостоилась впервые наряду с Аргентиной и Македонией. По словам Алана Алборова, республика представит участникам выставки видеоматериал, который подробно расскажет об экономических и инвестиционных возможностях. Он выразил уверенность в том, что потенциальные инвесторы заинтересуются предложением. Добавим, что договоренность поддерживать тесные контакты была достигнута на встрече президента Южной Осетии Анатолия Бибилова и посла Сирии в России Рияда Хаддада. Тогда же и стало известно о предстоящем на Дамасской ярмарке подписании соглашения между торгово-промышленными палатами Южной Осетии и Сирии.